5 мая 1914 года, в день белой ромашки, в Самаре было пасмурно, но тихо и спокойно. Солнце в течение всего дня было скрыто облаками, но это ничуть не помешало сборщицам выйти на улицы города уже с 6 часов утра. Все они были одеты в белые костюмы с изящными лентами через плечо. В руках держали корзины с цветами и кружки для сбора пожертвований. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».